ATH Waterloo организует самый крупный крипто-хакатон в Канаде. Как сообщает команда ATH Waterloo, мероприятие планируется провести в выходные с 13 по 15 октября в Waterloo, Канада. Хакатон примет более 60 команд. Амбициозные и талантливые разработчики будут иметь возможность создавать децентрализованные приложения и поработать бок о бок с изобретателями эфириума. Судьями выступят такие блокчейн-эксперты, как Виталик Бутерин, Джозеф Любин, Джефф Колман, Уильям Магаяр, Джоуи Круг, Стефан Туал и другие. Прием заявок начинается в конце лета.